Привет! Как ваши дела? Эта неделя обещает быть довольно интересной, поэтому я решила снять влог. В воскресенье мы с подружкой были в музее моды на выставке платьев от Dior. Было довольно интересно, я обязательно поставлю. Вставлю в смысле видео. Потом на этой неделе, завтра, будет презентация отечественного бренда Dzynter с новой серией от выпадения волос. Там будет выступать трихолог, будет какие-то лекции. В общем, обещает все быть довольно интересным. Меня напрягает это окно. Я надеюсь, что больше не слышу никаких посторонних звуков. Вот, затем в пятницу я пойду в корнер Urban Decay. Там будет мне рассказывать про новую тушь Troublemaker. И я надеюсь, что, может быть, покажут еще какие-то новинки. Я видела, что у них в коллекции, в Holiday Collection, будет много всяких интересных штучек. Надеюсь, что что-то удастся, во всяком случае, может быть, посмотреть и посвоечить. И еще в пятницу начинается выставка Baltic Beauty на Кипселе. И в этом году я первый раз иду как представитель прессы. У меня будет пропуск на все 3 дня. Так что оставайтесь вместе со мной. Я думаю, будет интересно. Привет. Покажу сегодня свой аутфит. Мы собираемся с подружками в музей моды на выставку Dior. У меня те же ботинки, что я показывала в прошлом. Черные колготки. На самом деле это платье с юбкой плиссе, оно такое красивое, на самом деле очень нарядное, с бисером, но я его, так сказать, сгладила опять своей той же самой петловкой балахоном. Черный пояс, кстати, тот же самый. Так, убрала ремень от фотоаппарата, и на мне то же самое украшение. И, кстати, опять тот же самый рюкзак, и я одену то же самое пальто. Я просто могу быть мастер одного аутфита. И вот так это все выглядит вместе с пальто. На самом деле у меня была идея на немного другого аутфита, но на улице дождь, поэтому приходится брать зонтик и, в общем, рюкзак. И как-то получилось примерно то же самое, что в прошлый раз. Так, и вот он мой макияж. Вот такой у меня макияж. У меня такие бордовые с золотым Halo Eyes. И бордовая помада. Помада у меня Blumapa Charlotte Tilbury. Оттенок Love Liberty. На глазах у меня тени золотистые, это Urban Decay, а бордовые – это NYX. Идем. Я хочу такую музыку. Привет. Я на заводе Dzynter. Сейчас покажу. А пельмени там тоже, да, вкусные? Да, вкусные. А ты снимаешь там? Я снимаю. Прям вкусные пельмени. Понимаю, что сегодня нам будут рассказывать не про средства для волос, а про средства по уходу за кожей с акне. Посмотрим. Первый, что-то вез. Что-то вез. Да. В общем, мне сказали, что это музей Дзинтерса, а это кто-то первый, кто что-то вез. Гламурный влог будет про пельмени. Вкусные. Дзинтеровская парфюмерия. Это я не знаю, что. Выглядит как что такое. Серый. Я вот так.
какой-то винтаж. Показать, что у меня полоски центр, что мы сегодня дали. Ну, не сегодня, тогда когда была презентация центр. И тут новая серия от выпадения волос Future Formula. И внутри вот такие ампулки, которые нужно использовать каждый день. И еще тут был дневной крем для лица из серии Black Cover регенерирующий. И из этой же серии был крем для глаз регенерирующий, но крем для глаз уже у мамы, она была в глубочайшем восторге, ей, кстати, очень понравилось. В общем, спасибо большое Дзинтерс и за возможность посетить презентацию и за такой хороший подарок. Единственное, что мне показалось как-то интересным, что вроде бы была презентация про косметику от Акне, а как бы в наборе, набор просто на очень большую сумму, но именно вот косметики, которую презентовали, сегодня нет. Немного странно, но все равно большое спасибо Дзинтерс. Ко мне приехала коробка от Айзенберг. Я сорвала тут, сняла упаковку, но еще не открывала. Смотрите, что там внутри. Я в глубочайшем восторге. О, боже мой. Здесь два парфюма. Шипровые, я так понимаю. Восточные. И пачули, пачули. Я обожаю пачули. Так. И я так понимаю, здесь, о боже мой, здесь куча самбур. У меня в почте должна быть информация об этой коллекции. Но здесь просто есть шикарный каталог. Красота. Красота. Почитаю про ароматы, выглядит все вообще роскошно. Я так понимаю, что, наверное, один парфюм дамский. Наверное, этот дамский, оранжевый. А второй мужской. Почитаю, что и как. Но вообще выглядит, что я просто в восторге. Спасибо огромное, Айзенберг Латвия. Спасибо Лиге. Просто. Пищу от удовольствия. Я иду на выставку Baltic Beauty. Вроде договаривалась с девчонками. Силза и Слюбы. Но они про меня забыли, девчонки. Это вам, специально вам посвящается. Честно говоря, машин выглядит здесь очень много, но я надеюсь, что будет не очень трагично в этом плане. Я не люблю, когда есть очень много народу. Я получила свой пропуск и идем внутрь. Народу, честно говоря, выглядит довольно много. Выглядит всего стенда просто какой-то аху. Стенд местного бренда Kinetics. Честно говоря, просто вот у всех стендов какой-то вот аптум-бахтум, потом бешеные-бешеные очереди. Пока мне обломно что-либо покупать и стоять в этих очередях. Ну, походим, посмотрим, как будет. О, а вот и стенд Никс. Тут очень много народу, но обещали какие-то скидки. Сейчас посмотрим. Что, простите, железобетонная помада? Пока как-то, честно говоря, непонятно. Там, куда я хочу, просто немеренная толпа народа. Но посмотрим, что будет твориться во втором зале, где про волосы. Или какие-то другие, чего здесь только нету. Народу, в принципе, тоже много. Если кому-то интересно. Кстати, пустой стол. Целая все-таки девчонок. Для чего снимаем? Для себя. Тут, я так понимаю, что какой-то конкурс. Какие-то
пострадавшие люди. Есть пострадавшая невеста. Здесь вот эта девушка еще никуда не отошла, была вообще супер. Я вернулась с выставки. Честно говоря, впечатление такое немного двоякое, потому что народу очень много, и из того, что я хотела, как-то не очень много все было. Сейчас покажу, что я купила. Вот я взяла вот такое средство после депиляции с камфорой и ментолом. Мне нужно было, у меня закончилось, хотела Рику, но Рики не было. Взяла тальк обычный, кисточку для растушевывания от Just, показалось очень мягко. Посмотрим. Растушевочных кисточек много не бывает. И тут у меня кулечек от Клиника. Патчи под глаза с енотом. Люба очень рекламировала. Попробуй их там. Целая куча в упаковке. Попробуем, посмотрим. Затем я взяла патч для двойного подбородка. Взяла отбеливающую маску, салфетку. И еще вот такие патчи. Вот такие патчи по глазам. Интересно, были еще патчи для носогубных складок. И сейчас покажу. Мне тут приехала вот сегодня еще одна коробочка. Сегодня у меня большой коробочный день. В коробочке очень интересный состав. Тут куча всякого добра от Линд. Конфетки. Вот такая просто огромнейшая шоколадка. 300 грамм. Вот 4 разных шоколадки с морской солью, с черникой, 80% какао и чили. Конфетки, шоколадка с апельсином. Очень люблю шоколадку в сочетании с апельсином. И интересно, в контраст здесь средства для зубов. Бланкс, отбеливающие средства для полоскания рта. У меня было Листерин, мне оно понравилось, так что попробуем. Вот такой вот сет с увы-лампочкой, не знаю, попробуем, посмотрим. У меня когда-то был, мне как-то вообще от него не видела никакого эффекта, но вообще про этот я слышала, что его нужно подержать чуть подольше, тогда эффект вау-вау-вау. Попробуем, посмотрим. И две зубные пасты. Вот такая. И вторая вот такая, Бланкс. Мне вообще очень нравятся именно сами зубные пасты. Так что посмотрим, попробуем. Интересно, да, вообще компания представляет вместе шоколад и средства для зубов. Ну, большое спасибо. Все, попробуем. Это все у меня, к сожалению, сегодня остается на работе. Если меня кто-то смотрит из моих коллег, не вздумайте брать мои вкусности и средства для зубов. И двигаемся дальше. Сюда я нахожусь в галерее «Центр». У меня, как обычно, странно смотрят музыку. Выставка в Готик Бьюти вызвала у меня такие немного двоякие ощущения, потому что, как я уже говорила, что с одной стороны вроде много всего было, с другой стороны очень много народа, и того, что именно меня интересовало, я не нашла. И сейчас я в галерее «Центрс», и я пойду в Корнер. Ну, в Корнер, в магазинчик «Дуглас», и там мне расскажут про новую тушь «Трубный Дикей», «Трабл Бенкер». Stāstīt, Grošs. Ah, pastāstīt, jā. Tad tā ir tāda tuša, manuprāt, jauna Urban Decay. Un par šiem te pirms un after šodien mēs pat nemelojam. Tas bija īstam, jā. Viņu var klāt vairākās kārtās. Tas nozīmē, ka nu, var iegūt to falsijas luku. Mm-hmm. Un tā tad bieži vien ir tā, ka, ja tu klāji tušu vairākās kārtās, tad ir tā viena kārta, ko tu uzliec, un viss ir sabojāts. Mm-hmm. Bet ar šo tā īsti nevar izdarīt, nu ir jābūt lielam talentam, lai nočakrātos ar viņu. Bet viņai tā bieskīte ir tā, kas ir pirmkārt iepakojums, jā, tātad vispār iepakojums radies iedvesmojoties tātad Urban Decay standarti, jā, tātad mēs saskatām skaisto, varbūt netik skaistās lietās, tur varbūt bieži vien stāvlokumos es redzēju, ir tā kā no mašīnām tās benzīnas izplūcās, tātad tas tā kā tas oil slicker ir tā kā tas vizuļojošais skaistums, jā, tātad iepakojums jau ir ļoti skaists, un tā birstīte, tātad ir šāda te. Jā, fokusēju, Jā. Tā doma ir tāda, ka tie sariņi iet uz vienu pusi un uz otru pusi, tad viņš paņems to kadru šprobu tācevišķi un rītīgi izvilks. Man liekas, viņi vienkārši superīgi. Forši, labi, vienkārši paldies. Superīgi, paldies tev par reku. Jā, tev jā. Tev jā. 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 Klausies, ko tu parādīti? Nu? Mums ir no pārdošanā, bet
parādījās. Tas, ka viņi ir normāli skaisti, tas ir skaisti, bet tad es uzliešu pirstu, visu nostiķos. Tas nevienam nepatīk, bet tā viņi ir, man brāk, svētkiem normāli skaisti. Un, jā, baigas, ka nu, tas tā dīvains izvietojums. Īstenībā, es no sākuma arī tā domāju, bet padomā, ka tu esi mājās, tu krāsojies, tu vienkārši īzīgi nu, paņem viņu, jā. Nu tā kā ļoti ērti viņi ir paņem, un tur redzi tieši, kas notiek, tu paņem tonīti un klāji virtu, nu tā kā īstenībā ļoti handy viņi ir, nu tiešām ļoti handy. Tā doma ir tāda, ka vienā pusē ir tā kā wild cards, tātad mazliet košāk ekstremāk toņu, un otrā pusē ir nūdiņi, nu pa lielam viņi ir nūdiņi. Tu viņu paņem, un viņi ir super metāliska. Tā kā vienkārši kuru toni paņem, viņu nosvaipo un viņš ir rītīgs. Nu tā, ka jebkuru tiešām, es nezinu, lielāku, bet tur man tikai krāsie. Paņem, un man pat nav bāze apakšā, viņu nosvaipo un tas rezultāts ir, nu, tā kā tiešām ideāls un tas pigments ir superīgs viņai. Nu tā, ka manuprāt, viņa ļoti patīk un tas, ka viņai sēž šis svētkiem, tas iepakojums, ka viņi ir tik koši. Iepakojums, jā, baigi smuks. Un jā, bet nu viņi ir ceļā vēl uz Latviju. Cik viņas maksā? Viņi maksās kaut kādi 56 eiro. Nu kā palicis. Nu bišķiņ dārgāk nekā Naked Ball, bet te ir 20 pilnībā jauni toņi. Jā, tā siena jums arī jauna. Tas ir jauns, jā, mēs uzlikām sienu. Un zini, tā sienai ir tas pašākais. Tad tā ir vēlēšanās, tā kā mēs urbanieši saucam par vēlēšanās, tā kā vēlēšanās siena. Var ievēlēties vēlēšanās. Tā kā ievēlēs vēlēšanās, tad tu uzpūdāk vēlēšanās aiziet. Tu vari vēlēs uztaisīt? Tā, ka man liekas, visu dienu ir stāvēt šeit. Jā. Stāvēt šeit pūst, un tagad ļoti skaisti izskatās. Jā, tad vai, vēl mēs pielikām klāt pie Ziemassvētkiem. Ir 6, man šobrīd ir 3 šeit. Tad jaunu toņu tātad glitteriem, kas jau ir bijuši pirms tam. Nu kā produkti, vienkārši ir jauni toņi, kas, par kuriem viss ir sajūsma. Ir vienkārši kaut kas arī tumšāks, to, piemēram, gribās visiem vienmēr. Viņi uzliec, tad viņš ir super, jā, viņam gan tas pigments ir. Gan arī tas svīdums. Nu, tā kā tiešām ļoti smukas ir svētkos, man liekas, ir viss par un ap glitteriem. Ir jauna lūpkrāsu palete, kas ir. Un viņa nāk ar otiņu iekšā, kas ir, protams, pazudus, bet loģiski. Un tad doma ir tāda, ka metāliskie toņi satiek matētos. Un es iepriekš krāsoju, es joprojām nošpucējos. Tātad metāliskie toņi satiek matētos, tātad doma ir tāda, ka šeit apakšā visi ir matētie, un augšā visi metāliskie. Un tie toņi tātad salikt tā, ka viņi viens ar otru ļoti labi sadarš. Viņi ir tā kā toperi vai nē, vai viņi ir pilnvērtīgi? Nē, tas ir pilnvērtīgi, vien paši arī kā lūpkrāsu viņi arī izmantot, bet ļoti forši ir tas, kas visiem patīk. Uz svētkiem tātad glitter arī uz lūpām, piemēram, uzliec kā bāzi, tātad, piemēram, nezinu, klasiskais, nezinu, 714, tātad sarkanais matētais tonis, un pa virsu uzliec vienkārši bišķiņ, piemēram, pa vidu, lai uztaisītu arī, tā kā nezinu, ombrī, vienkārši ar pirkstiem pārēja pāru un uzliec tādu bišķiņ spīrumiņu virsu. Protams, viņi var likt arī vienu pašu, šie nebūs tātad tik pigmentēti, bet šie būs tātad rītīgi pigmentēti, jā, un tur tā kā smuki, tā kā tiešām viens par otru sadraudzējās kopā. Protams, iepakojums arī tāds pats smuks, košs, lielāks, spīdīgs, ko vien vairāk, jo man liekas, jo vairāk tā kā spīdīgs lietas, jo labāk. Jā, tas tā dzīvē ir. Kaut kā tā. Jā, jums kaut kādas atlaides varbūt būs uz svētkiem, ne, vispār? Kāda iespēja, nu, kāda iespēja. Manuprāt, tā jums ir super draudzīgs, ne? Protams, atlaides ir poši. Bet, nu, pagaidām ne. Skaidrs. Bet, ja kaut kas parādās, mēs lūdzēju visu ziņu. Labi, forši. Paldies. Bet, jā, tā ir garīgi. Nav atsaukt. Jā, vēl, šķiet, viņš būtu tik strādāt smatrīt baršam kaļīčstu. Да, рассказали мне про новую тушь. Выглядит просто классно, выглядит очень интересно, как раз именно то, что я люблю. Так что посмотрим, попробуем. И я думаю, что на этом я свой, в принципе, недельный довольно активный косметический план закончу. И до новых встреч, пока!